разыгрывать на кратке. Может, лучше просто вешать штрафную? Дембеле, судя по всему, для подачи разбегается. Дембеле, подача высокая. Арауха, удар! 2-0! 2-0! На 38-й минуте! Вы можете в это поверить? Вы видели Барсу весь сезон. И вот сейчас в Эль Классико в марте она ведет 2-0 в первом тайме на Сантьяго Бернабео. Это удивительно! Мы можем в это поверить сейчас, потому что Барселона шедеврально в этом Эль Классико. И действительно, Рональд Араухо, четвертый гол в сезоне. Причем в каких матчах он забивает? Всегда, когда находит шанс отличиться Рональд, Барса набирает очки. И вот теперь Реал попадает в компанию тех команд, ворот которых он поразил. Хорошо подкрученная подача. И от кого же ушел Араухо? Он застыл между двумя центральными защитниками Реала. Между Алабой и Эдером, которых мы нахваливаем весь сезон. И вот сейчас даже эта сверхнадежная связка распадается. Ну и вот тебе 7-я голевая от Дембеле в последних матчах. Вот я тоже не могу поверить. Просто протираю глаза и все равно не могу поверить. Опальный прежде Дембеле